Ребят, всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет! И сегодня мы снимаем вторую часть «Угадай знаменитость». Предыдущее видео собрало более 5000 лайков, и вы нас просили, снимите вторую часть, и вот, наконец, мы снимаем. И кто не видел первую часть, нам нужно будет угадывать знаменитости по частям картинок, по, там, допустим, носу, по губам, нужно будет угадать, кто же это. Будем показывать по 3 знаменитости, и ты будешь первый отгадывать. Хорошо. У меня для начала очень легкий штаг для разогрева. Блин, я знаю, кто это! Кто? Я не помню, как его зовут, представляешь? В смысле? Все знают, как он. Начинается просто! Вот просто, когда мы садимся снимать это видео, у меня просто все вылетает из головы. Все. Ну, где хотя бы он снимался, что-нибудь? Где-то последний раз его видел. Я его последний раз... Ну, это комик. Он такой низенького роста. Актер, он еще так. Он актер, да. Мы последний раз фильм смотрели с Дуэйн Скала Джонсоном, где он тупого какого-то играл, а он просто чувак был. Кевин? Харт! О, божечки! Причем это у меня самый первый, я думал, самое легкое, что можно придумать. Вставил пол его лица. А дальше еще хуже будет? Поехали. Это блондинка. Да. Блин. Я знаю, кто это? Ну, конечно! Ты всех знаешь. Блин. Это очень легко, да? Ну, так, да. Это зарубежная? Да. Зарубежная. Актриса. Актриса. Кто же это? Ребята, помогайте мне. Отгадывайте с этим вместе с нами, напишите вам, кого было сложнее всего отгадать. Ну, ладно, хочешь подсказку? Давай. Она играла кино, называется «Люси». Здорово. Я вообще не знаю, как ее зовут. Она сейчас и модель, и актриса. Она играла Черную вдову во всех вот этих Мстителей и прочее. Скарлетт. Я не поняла, я подумала другая. Ты на Кару Дельвинь подумала? Наверное. Ну, в смысле, с бровями, которая играла эту Энчантрес. Нет, нет, нет. Нет. Это Скарлетт Йоханссон, смотри. Сейчас ты сразу скажешь, я не угадала. Ладно, последняя тебе. О боже, это Жерар? Типа где? Жесть, конечно, такая картинка. Кошмар, это так ужасно выглядит, так мерзко. Я не знаю, кто это. Давай так скажем, это не политик? Актер. Это Трамп? Да. Это Дональд Трамп. Кошмар. Так, у меня тоже. Начинаются легкие. Да. Леди Гага. Правильно. Это кто? Я не знаю, кто это. Джонни Депп? Нет. Это не Джонни Депп. У меня тоже вначале очень легкие. У меня вообще все легкие. Все очень легкие. Кто это с усами? Кто это? Маленькие какие-то губы. Ты актер? Нет. Певец? Да. Ребята, мне кажется, вы знаете, русский? Кто это. Да. Русский певец? Да. Качает он, вообще качает. Рэпчик поет? Да! Это Тимати! Я не знаю, но это кто-то из его банды. Из Black Star? Нет. Это, ну, рэпер. Баста! Да, это Баста! Я все, не сразу понял. Я сначала хотела его голову лысину, но у него сейчас совсем другая прическа. Думаю, ты тогда точно не угадаешь. Все. Это кто? Это... На самом деле, вот по из Гарри Поттера. Да. Ну, все, я отгадал. Я не знаю, как его зовут. Видите, он тоже что-то может не знать, как зовут кого-то. Это из Гарри Поттера. Как ее? Ты хотя бы помнишь, как ее в Гарри Поттере зовут? Ронда. Я так же глупо выгляжу, когда угадываю. Я не помню, как ее зовут там. Ну, какая-нибудь. Ну, напомни. Был Гарри. Был да. Рон, а была еще кто? Джессика. Гермиона. Гермиона. Ну, а зовут ее?
Эмма. Эмма Уотсон. Правильно. Изи, кис, очень легкая. Очень легкая. По губам сложновато угадывать, мне кажется. Я сразу понял, что это она. Это... Что-то как-то сложно. В смысле? Глаз? Ты сказал, по губам сложно, по глазам очень легко. Это узкая? Да. Оно очень знаменитое и очень популярное. Очень популярное. Не знаю, Темникова? Седокова? Самое популярное. Хорошо. Она, короче, актриса и сейчас начала еще петь. И модель. Да я не знаю. Качок, певица, актриса. А, это. О боже, как... Я считаю... Нет? Да это не она. Это она? Да? Да. Ну, как ее зовут-то? Как ее зовут-то? Мы с такими с тобой два не очень. Самый популярный не отгадываем. Настасья? Самбурская, Самбурская. Молодец. Кто это? Кто это? Кто? Почему? Какой-то лысый мужик. Потому что такие нормально сложненькие у меня почтились. Такие с подвохом все. Ну, где снимался он? В фильме вот в том, в кино, которое мы смотрели очень давно. Мы не видели этот, кстати, фильм. Я не знаю. Ну где он снимался? Да я вообще не знаю. О боже, ладно, кис, опять подсказочки пошли. Это друг Гермионы. Это Гарри Поттер? Нет. Рон? Ну это Гарри Поттер, ну как его зовут-то? Теперь моя очередь тупить. Ты не помнишь тоже, как его зовут? Его зовут... Дэниел Рэдклифф! Пятюню! Красава. Просто у нас там все подписчики сидят и такие: вы чё тупые? Сейчас там комментарии пошли. Вы не знаете, кто такой Дэниел Рэдклифф? Это... Мария Вэй. Нет. Так, ну, в общем, Катя не догадается никогда в жизни. Она... Почему тогда ты мне ее загадал? Зачем? Она популярная очень. Очень популярная. Она тусит с Джастином Бибером. Я, конечно, знаю, с кем тусит Джастин Бибер. Я же как бы слежу за жизнью Джастина Бибера. Как бы, конечно, я же фанат просто вообще Джастина Бибера. Окей. У нее созвучное имя с... Это какая-нибудь типа Адриана. Как ее Адриана? Адриана Челентана. Ну это она, только ее Ариана. А, Ариана. Ариана Гранде. Гранде. Да. О боже. Ты чего? Меня сейчас точно закидают вообще. Она топчик, она топ-1 во всех везде чартах кругом. Да, да. Ну что, смотри. Это Бузова. Да. Легко. Ужасная фотография такая, да? Вообще кошмар. Все, подстава, конечно. У меня легче, как обычно. Как обычно, все легче. Так, напишите, у кого легче. Я уверен, что это неправда. Это кто? Это снимается в «Дневниках вампиров» он. Нет. Дэймон. Нет. Ну, рядом. А, это этот, Джокер. Нет. Джаред Лето. Нет. Джонни Депп. Нет. Ну это молодой какой-то актер. Это актер. На этой фотографии он молодой. Но сейчас он уже не очень молодой. Да. Так это нечестно, это Роберт Де Ниро. Нет. Это Сильвестр Сталлоне в шапке. Да! Все, я угадал. Это Рокки Бальбоа. Да. Круто. Ты когда сказала, я понял уже шляпу, понял, что это Рокки Бальбоа. Так, еще одна тебе. Можно? Да. Это... Я знаю, жена Павла Воли. Лисан Тяшева. Легко. По частям тела отгадываем. Лица. Подожди, там вон кусочек лица, видишь, вот тут. Подбородок? Да. Ужас. Я не знаю, Жириновский. Ладно. Это политик? Дам тебе подсказку. Да ты так все не отгадаешь. Кисы, пожалуйста, отгадай, кто это? Это кис очень легкий, он сейчас тоже популярный во всех новостях. Ты что, ты знаешь его имя?
Да ты все фильмы его пересмотрела, и ты что, знаешь, говорит, его имя? Нет, ну вот ты знала его имя, вот если бы я тебе загадала? Конечно. Че ты врешь? Да ты выросла на его фильмах. Как я могла вырасти на его фильмах? Я мультики смотрела. Хорошо, он, короче, снимается в боевиках с комедией, и в конце постоянно во всех фильмах показывают неудачные моменты. Если я скажу, что его зовут Джеки? Джеки Чан? Ну, конечно! Да вообще не похож! В смысле? Сразу по улыбке видно! Вообще нет! Самое забавное, что я тебе хотела загадать Джеки Чана. И ты не видела эту фотографию? Нет, я не смотрела фотки. Мы, кстати, не считаем, кто как бы выиграет, потому что это не важно. Потому что и так понятно, кто. Как и назовем самое позорное видео. Ну! Кто это? Кто это? Шарпей какой-то лысый. Кто? Шарпей? Шарпей? Шарпей. Это... Ну, танцы на ТНТ, Егор Дружинин. Красава. Потому что мы танцы вчера смотрели. Из «Сумерок»? Да. «Сумерки»? Начинается. Я забыл тоже. А, все, вспомнил. Вот видишь, даже ты не помнишь, хотя ты... Я путаю всегда Гермиону с ней. Они вот одинаковые у них имена. Да? Эмма Уотсон? Ладно, ее зовут Кристин. Кристин Стюарт. Да. Имена, одинаковые имена. Вообще. Самое забавное, когда, ну, имя ты сказал, я уже фамилию точно знаю. Кто это? Водонаева. Темникова. Это Селена Гомес. Нет. Это певица? Да. Риана? Нет. Я ее знаю. Он не может угадать. Леди Гага? Это очень популярная певица. Дженнифер Лопес. Да. Изи. Просто на угад сказал. Это кто? Это я! Это ты! Я по родинкам думаю, что за страшные губы? А потом чисто по родинкам. Это кто? Почему у него нос такой большой? Ну, у кого такой большой нос? У мужика какого-то. Ну и кто это? Ну это вот как раз он с российским паспортом сейчас. Да. Ну это пузатый из Астерикса и Обеликса, не знаю как зовут. Жерар Депардье. Да. Ну у меня последний для тебя. Очень легкий. Том Круз. Да. Все, с первого раза. Спасибо, спасибо. Такого легкого. Какой-то ужас. Это видео, это... Вообще. Ребята, почему это так сложно? Я не знаю, у меня плохая память на имена. У меня тоже. Я вообще не могу ничего вспомнить. Кто, кому было так же сложно, ребят, обязательно поддержите нас своими лайками и комментами. Да, пальчиками. Потому что кажется, все вроде так легко, ты такой шик-шик. А потом у тебя даже как бы его лицо в воображении есть, да, ну, а блин, имя, блин, как же там вообще все подряд имена всплывают, когда их только можно, но не он. В общем, я надеюсь, что вам очень понравилось это видео, мы с Пашей вообще поржали, я думаю, что мы вам тоже подняли настроение. И на этой позитивной ноте мы будем заканчивать, всем пока-пока! Пока-пока!